Так, так, так. What the fuck? Нет, нет, мы не туда. Ну что ж. О, вот и наша школьная площадка. И я долетел. Я долетел, ура, офигеть. Не ожидал. Но мы долетели. Ребята, а вот и я, вы меня не потеряли? Надеюсь, что нет. Всем здорово. Меня зовут Зак. Я продолжаю играть в Ultimate Spider-Man 2005 года. Игрушка. Как бы крутая. Ностальгическая. И все такое. Все нормально, запись идет или что? Ну, я, в принципе, вот смотрю на себя, вроде бы вижу, вот он я, как бы. И написано «Остановить запись», значит, запись идет, OBS работает, все окей, все как бы нормально. Давайте продолжать играть в Ultimate Spider-Man и снимать, ну, то есть я буду снимать, вы смотреть рубрику «Эксперименты». Я уже план смотрю на компе, потому что игру можно спокойно свернуть. То есть я на ОБС, потому что записываю. Что будет, если не спасать даму в переулке? В предыдущем видео мы пробовали сбежать от Шокера, не побеждать его. Сегодня мы будем сбегать от дамы в переулке. И не спасать уже ее. Попробуем. Но для начала надо Шокера вообще одолеть, конечно же. Вот он, этот Шокер. Надеюсь, смотрели вы предыдущее видео и знакомы с ним. Вот этот чубачок. Дружище. Давай-ка мы тебя одолеем. Сколько раз надо замотать его паутиной, чтобы одолеть? Давайте посчитаем. Вот я уже третий раз и четвертый раз. Оп, и готов. Изи. I got kids. I got a dog. You've got a dog. That's a homer. I envy you guys. You're happy just being walking cliches. Seriously, good for you. But come on, guys, leave the lady alone. Come on, guys. Don't touch lady. Или что-то в этом роде. Окей, вот они эти всякие чуваки, всякие нахалы. Грабители и так далее. Кстати, возле хоспитала. Нифига себе, нас куда забросило, да? Я что-то вот этого как-то раньше не замечал. Но мы уже, смотрите, мы вообще уже очень как-то далеко от тех локаций, в которых тусовались в самом начале игры. Ну, то есть мы тусовались возле школы. Там возле школы, получается, побеждали. Это ведь возле школы были, было, если вы не заметили. Вот этого Шокера. Возле этого Шокера был склад, как раз таки, на котором мы взяли костюм у Мэри Джейн, там неподалеку дом Питера. Короче, вот мы тусовались где-то там. А сейчас, смотрите, нас уже перебросило куда-то, ну, прям совсем далеко. К хоспиталу. И вот что, если просто убежать без телепортов, то есть не получится, другими словами. Не получится. Реклама Nokia, смотрите, да? Вот за что я люблю эту игру. За подобные приколюхи. Реклама Nokia, та самая. Она здесь на каждом шагу, ребята. Это реклама, тут какой рекламы только нету. Ну и, в общем-то, как видите, убежать не получится обыкновенным методом. Давайте попробуем, соответственно, тогда что сделать? Напасть на даму? Можно, нет? А почему паутину не пускает? Стоп. А, вот в них пускает. А, то есть он пускает паутину, только когда появляется вот такая вот, вот такой вот желтый прицел. Вот на грабителях он появляется, и поэтому я могу вот так вот пустить паутину. И вот как-то так их завязать. А вот даму я не могу завязать. И вообще экран сам поворачивается на грабителей постоянно. Так, давайте замотаем их паутинкой. Ну и уже наконец-таки будем телепортироваться. Вау, нифига себе. Ребята, я к вам лечу. За 3 земель. Но скоро буду. Не переживайте. Так, а может и не скоро все-таки. Опять 25, короче. Опять 25, ребят. Ну что ж. Давайте телепортнемся сюда. Тук, 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 тук. Интересно, долетим или не долетим? Блин, да тут осталось-то. А, все-таки нет. Вот мы дрались. Стоп, стоп, стоп. Инсерт. О,
Вы знали это? Малоизвестный факт. Мы Шокера победили. Вы видели, там школа справа была? Все-таки нет, мы неподалеку от этого места, как бы возле которого только что были. То есть мы только что вот здесь вот побеждали Шокера. И я сказал, что нас перебросили уже вообще черт знает куда. Нет, не черт знает куда. Как видите, очень неподалеку мы. Вот тут дрались с Шокером, там справа школа. Ну, как бы у вас там на веб-камере, надеюсь, поймете. Короче, тут дрались с Шокером, справа школа, а спереди там совсем чуть-чуть пройтись, буквально за домом, те самые грабители. Вот, и малоизвестный факт, но оказывается, что когда мы уже даже разделались с Шокером, когда мы дальше уже разделались с Шокером, и уже наша задача разделываться вот с теми вот плохишами, всякими грабителями, нахелами и так далее. Так вот, оказывается, вот эта машина, она полицейская, она никуда не пропала. Даже вот уже, ребят, по сути, на следующем этапе задания, но она здесь. Оказывается. И вообще, это все одна большая длинная миссия. Начиная от схватки с Веномом на школьной площадке, да, на школьном поле, но только не футбольном. Заканчивая вот дракой с этими плохишами, Шокером и так далее. Это все одна большая миссия, по сути. Так, куда нас заносит? Это уже что-то мы не туда куда-то летим. Почему-то на склад прилетели зачем-то обратно. Так, так, так. What the fuck? Нет, нет, мы не туда. Нет! Вот это вообще жопа. Вот этого я не ожидал. Ребята, неужели нам снова предстоит драться с Шокером? Да вы издеваетесь. Так, дружище, постой, не мельтешись. Смотрите, без единого урона. Так, а вот и плохиши те самые. Ну что ж. О, вот она, школьная площадка. И я долетел. Я долетел, ура, офигеть. Не ожидал. Но мы долетели. Ребята, а вот и я, вы меня не потеряли? Надеюсь, что нет. Потому что я пришел надрать вам ваши грязные задницы. Или что-то вам надрать, короче, пришел. Я не знаю, конечно, может они у вас чистые, но я пришел их надрать. Надраить? А может и надраить. В любом случае, если они были грязными, то теперь они будут чистыми. После такой эпичной стычки. Мадам, можете не благодарить. Куда она побежала? Стоять! Нет, все-таки благодарность, я бы не отказался от нее. Эй, а где благодарность? Блин. Надо чем-то зарабатывать на жизнь. Паучкам тоже надо что-то есть. Хавать. Что-то. Блин, дайте денег. Так, ладно. Опа, уже появились вот такие вот серьезные плохиши. Более серьезные уже, со всякими ружбайками даже, как видите. Уже даже стреляют. Ладно, давайте еще раз телепортнемся. Давайте даже туда же попробуем. Типа, а сейчас нам повезет так же или нет? Да, и по ходу дела и сейчас нам тоже повезло. Мы почти добрались. Ну, почти. Паук, давай! Вот она, надпись Nokia, я ее помню. Взлетай наверх, дружище, пожалуйста. Я не хочу начинать миссию заново. О, тот чувак скончался. Я не знаю, как так получилось, у него было мало хп, но он скончался. Сам по себе. Да блин. Извините. Простой прохожий, вы мне не поможете, пожалуйста? Я тут застрял почему-то. Чувак, не игнорируй меня. Блин, он нас не видит и не слышит. О, еще один NPC только что на глазах появился. Ну, капец. Давайте сюда куда-нибудь. Жестко. Ни хрена себе. Вы посмотрите. Вы только на это посмотрите, а? Это просто охренеть. Надеюсь, я в воду не упаду. Ну ладно, хоть не упал.
Да уж, ну это просто жесть. Блин, я опять застрял, а? Нет, 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 только не воду. Только не воду. Куда угодно, но только не туда. Так, это я уже куда-то вообще в... Так, 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 что-то я уже вообще куда-то не туда лечу. Короче, я телепортируюсь как-то, ну, слишком уже далеко от ней. Давайте вот в какие-то вот в такие локации телепортироваться. Это, по-моему, ближе к ним. То есть это в первой части города, а там уже вторая часть. Пошла. Так. Дружище, ты направляешься в воду. Опять сейчас воду прилетит, а? Ой-ой-ой, это был рискован. А, ну сюда мы уже телепортировались. Да, мы точно так же застревали. Понятно. Нифига себе, сейчас по мостику тогда. Нет! Нет! Что, опять? Опять шокер. Сколько можно, а? Друг, ты уже бесишь. Блин, ну... Он еще и наносит нам урон. Ну все. Ребятня, цирк окончен. Детский утренник закончился, вы что-то делаете? Пора домой. Баиньки. Покойной ночи, малыши, уже тоже давно закончились. Какого черта мы еще не в постели? Так, еще бандиты. Ребята, цирк окончен. Я вам говорю. Пора на боковушечку. Ну и завершительная сцена. А, это даже не сцена. Все, миссия пройдена, ребят. Наконец-таки мы прошли самую первую миссию в этой игре и можем... сохраниться. Да. Это то, чего мне и так не хватало. Я уже задолбался перепроходить по 100 раз одну и ту же первую миссию. Там с Веномом. В самом начале. После школы. И это... Шокер этот уже бесит. Так, двигайся к школе. В правом нижнем углу экрана находится мини-карта. Зеленые иконки. Это места начала сюжетных миссий. Красные иконки. Враги города. Враги или городские, что-то там... События. Ну, все понятно. Для сохранения используйте сохранить игру в меню паузы. Ладненько. Поехали. Так, я не понял. А, все понятно. Нет, я все понял. Отлично. Сохранить игру. Я просто на секундочку подумал, что все-таки нет. Миссию мы не прошли. Вот он, следующий чекпоинт. Типа это что ли... Мне казалось, что это следующая уже миссия. А это все одна, это все по-прежнему одна большая миссия? Ну нет, это уже и вправду новая миссия. Просто на секундочку я подумал, что это не так. В общем-то, следующая миссия — это гонка с Джонни Штормом. То есть с огненным человеком из Фантастической четверки. Который начинается на крыше школы. В следующем видео мы, наверное, посмотрим на школу. На локацию школы, да? А потом уже будем экспериментировать с Джонни Штормом. Но пока что на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем до скорого. Кодовое слово, наверное, будет... Джонни Шторм из Фантастической четверки. И пока.